Машинки. Сериал для мальчиков. Почти все гвоздики собрал. Остальные потом пылесосом достану. Гвоздики для деревянных машинок не опасны. Но водителя настоящей машины такой гвоздик может вынудить провести весь день на обочине. На такой случай в машине должно быть запасное колесо. Конечно, но поменять колесо — задача для девушки-водителя не из легких. Может, ей кто-нибудь поможет? Ого! Абрула! О, я понял, чтобы поменять колесо, надо быть сильным. Это ты правильно подметил, Коля. Мальчиков. Коля, а ты знаешь, как машинки переезжают железную дорогу? О, давай лучше играть в летающую тарелку. На железнодорожном переезде? Железнодорожный переезд – это очень опасное место. Здесь пересекаются пути машин и поездов. На железнодорожном переезде не стоит торопиться. Если шлагбаум закрывается, сразу остановись. Поезда ходят очень быстро, и пытаться проскочить перед поездом ни в коем случае нельзя. Хорошо, что все обошлось. А тарелку я лучше на кухню отнесу. Теперь понятно, почему на железнодорожном переезде такие строгие правила. И нарушать их ни в коем случае нельзя, даже если происходит что-то ужасно важное или интересное. Машинки. Сериал для мальчиков. Прабу, а про какую машинку ты расскажешь сегодня? Про снегоуборочную. Oh!
Снегоуборочная машина – это машина, которая убирает снег. У нее большие колеса, чтобы не застрять в снегу, и большой железный отвал, чтобы его разгребать. Кузове у снегоуборочной машины песок или специальный порошок. Машина посыпает им дорогу, чтобы та не леденела. Да, без снегоуборочной машины зимой в городе никуда. Не только в городе, дружище. Внимание встречающим. Борт Санкт-Петербург-Москва прибывает через... Вот прямо сейчас прибывает. Снега так много, что одна машина не справляется. Но, к счастью, снегоуборочные машины всегда приходят друг другу на выручку. Хотел бы я покататься на снегоуборочной машине. Ходят слухи, что иногда на ней катается кое-кто бородатый. Хо-хо-хо! Ребята, хватит смотреть мультики! Лучше гулять вместе с друзьями! Зимой можно кататься на санках и играть в снежки! Машинки. Сериал для мальчиков. Прабу, почему так много машин? Это что, пробка? Да, Коля. Чаще всего пробки образуются в час пик.
что такое час пик? Час пик – это время, когда движение в городе очень затруднено, потому что всем нужно куда-нибудь ехать одновременно, обычно на работу или с работы. А, потому что все спешат одновременно. В час пик все движение в городе замедляется, выручает общественный транспорт, но не очень. Транспортных нет, ведь количество поездов не меняется. Но людей в час пик все равно очень много. Но ведь музыканты опоздают на концерт. Час пик же. Ничего, у зрителей ведь тоже час пик. Прабу, смотри, пробка исчезла. Это потому, что час пик закончился. Теперь на улицах обычное движение. Но завтра час пик снова повторится. Машинки. Сериал для мальчиков. Прабу, лучше бы мы еще поспали. Сегодня мы поговорим о машинах, которые просыпаются очень рано. Зачем рано? Выходной же. А как же свежий и ароматный хлеб? Кто привезет его в магазины? Грузовые машины. Точно, Коля. У грузовика есть кабина для водителя и кузов для груза. А еще у него мощный мотор, чтобы этот груз везти. А ты когда-нибудь ездил на грузовике? О, было дело! Когда в цирке работал. А если грузовик сломается или застрянет по дороге? О, это очень плохо. Ведь тогда водитель не сможет доставить груз вовремя. Ой, в такой луже любой грузовик застрянет. Военный грузовик не застрянет. Ah!
Некоторые грузовики умеют поднимать кузов, чтобы высыпать груз. Такие грузовики называются самосвалами. Стоять позади работающего самосвала нельзя. Водитель может тебя не заметить. Смотри, Браво! Теперь у нас настоящий парад! Это называется автоколонна. Цирковая автоколонна! Конечно. Но начинать нужно с одной. Ребята, а вы давно были в цирке? Хватит смотреть мультфильмы! Попросите родителей сходить с вами на настоящее цирковое представление! Машинки. Сериал для мальчиков. А про какую машину сегодня будет история? Про пожарную машину. Пожарная машина – это большая машина. У пожарной машины большие колеса, чтобы можно было проехать там, где другие машины проехать не смогут. У пожарной машины есть шланг, чтобы тушить огонь. У пожарной машины есть длинная-длинная лестница, чтобы спасать из пожара. И у пожарной машины есть сигнал и сирена, чтобы предупреждать всех о том, что она торопится на пожар. И что, другие машины должны уступать ей дорогу? Обязательно! Ведь если где-то начался пожар, то пожарной машине надо ехать туда как можно быстрее. При пожаре звонить 112. Wow, look at that.
что, если пожарная машина не успеет вовремя приехать? Этого нельзя допустить, ведь огонь – это очень опасно. Нравится пожарная машина. Она такая классная. И пожарные очень любят свою машину. Моют ее, чинят и, наверное, ездят на ней в выходные за город. Играть в машинки. Можно построить для них из кубиков целый город. Хватит смотреть мультфильмы. Чем сидеть перед экраном, лучше играть в любимые игры.